Здравствуйте, я Вика. И сегодня меня обращают Маргарамилев. Скажите, как правильно? И я уже придумала одну картинку. А это будет просто, просто прекрасно. Так, вот это. Я придумала кое-что другое. О, это будет просто чудесное чудо-юдо какое-то будет. Вот я вот. Вау. Вот это уже прикольно. Угу. Все это классно. Теперь берем оранж. И раскрашиваем. Послушайте звуки. Кладем на место и достаем синий маркер. Зеленый. Тьфу. Говорю, вот этому цвету синий. У меня уже галлюцинации какие-то. Ой, туба. Вы у меня галлюцинации. Я дальтоник. Во. Вот так вот. Достаем синий уже маркер. Уже синий. И раскрашиваем, как всегда. На-на-на-на. Достаем. Желтый, наш любимый желтый. Вот мы серый. Ой. Упс, извините. Серый. И вот так вот раскладываем, чтобы было быстрее. Шикарно, просто шикарно. Оранж или... Нет, нужен оранж. Пока что, но нам нужен оранж. Что он так плохо пишет? Мой оранж плохо пишет. Пишет. О, чудесно. Вот так. Опять черный маркер нужен. Опа. Вот так вот. Я нашла солнышко. Ну все. Вот так вот. Так вот, ага, все, теперь достаем. Опять зеленые. Опять зеленые. И раскрещиваем. Теперь желтый. Ой. Желтый. Голубой, наш любимый голубой. Ой, посмотрите на мой голубой. Ой, посмотрите на мой голубой. Ой, посмотрите на мой.
Да господи. Давайте 100 рублей тут красные. Все красное. Потом, знаете, это бордовый. Ну, пусть будут бордовые. Так тоже красиво. Потом, знаете, чем мы знаем? Стори. Ну, в принципе, что-то не хватает. В моем рисунке что-то не хватает. Нет, ну серьезно, что-то не хватает. Фон. Нет, не нужен фон. Полосатый фон. Будет у нас полосатый фон. Потому что я на листе бумаги рисую. Раз. Two, three, four, yeah. Из English плохо понимаю. Вот так вот у меня получилось. Это два кактусика. Вот так вот делите. Два кактусика. Вот так. Вот зачем нужны сторы. Элемент красоты. Это стол, это другие ножки, это передние ножки, два горшка. Да? Не горшка, где дела делают, а вот такие вот горшки. Прикольно, да? Я вот этот, желтый хотела здесь, но потом поняла, что желтый не хочу больше. И вот так вот все отпечаталось. Можно отсюда смотреть, какой классный рисунок у меня получился. Вообще шедевр. Пока ты меня разобьёшь. Эти вот так вот закрываем. Всем пока-пока. Люблю. Пока.